Сейчас Елена выполняет упражнение на то, чтобы она вошла в работу, сконцентрировалась и вошла в систему. Данное упражнение сейчас оно в усложненном виде. Изначально ваш ребенок может это выполнять, сидя на полу, с упором руки в руках. Но поскольку мы этот этап немножко прошли, мы имеем право нагрузить ее центральную нервную систему и вестибулярку. То, что она сидит на качеле, которая вращается, и совместно с этим она пытается схватить мяч и уложить в корзину, происходит двойная работа. Многозадачность при нейрогимнастике, при работе с детьми, она ведет ключевую роль. То есть как можно скорее нужно ускориться, как можно быстрее задачу увеличить, так же, как увеличить нагрузку. Но в каждом упражнении будет три этапа. Эту нагрузку можно увеличить еще, но и уменьшить.